Главная проблема ребенка с ограниченными возможностями заключается в его связи с миром, в ограничении мобильности, бедности контактов со сверстниками и взрослыми, в ограничении общения с природой, доступа к культурным ценностям, а иногда к элементарному образованию. Решить эту и многие другие проблемы помогает реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями «Фиданджик» города Камрад. У нас обычные занятия днем по развитию речи, по обучению гигиеническим навыкам, самостоятельность. Нас целено учить детей самостоятельности и обслуживанию себя, чтобы могли обслуживать. Многие дети у нас умеют читать, писать. Сотрудники реабилитационного центра ежедневно решают сложные задачи, связанные с социально-эмоциональным, физическим, интеллектуальным развитием этой категории детей, оказывают им всестороннюю помощь и поддержку, способствуя их успешной социализации. Они создают атмосферу психологической комфортности, окружают их вниманием и заботой, обеспечивают эмоционально значимое общение, организуют комплексную социально-психолого-педагогическую помощь. Сюда попадают люди не случайно, это однозначно, потому что к нашим детям нужно иметь определенные качества. Человеческие в первую очередь, профессиональные во вторую очередь, и тогда уже что-то получается. Чтобы работать с такими детьми, просто нужно быть, я считаю, личностью, которая не видит в этих детях больных детей. То есть это обычные дети, но они в силу своего диагноза особенные, как мы их сейчас привыкли называть. Что я делаю? Ветки. Ветки. Из чего? Правка. Еще? ПЦР. Сегодня в центре работают люди с призванием, помогают решать проблемы инклюзии и интеграции этой категории детей в общество.